Из 15 тысяч мальчишек и девчонок Белова почти половина может рассчитывать на льготный летний отдых, в том числе на абсолютно бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории. Комитет социальной защиты населения оздоравливает детей из малообеспеченных семей. Это основная категория, которая может получить путевки непосредственно в Комитете социальной защиты населения. Рассчитывать на бесплатную путевку для своих детей могут и родители ветераны боевых действий, чернобыльцы, а также те, чей супруг погиб, выполняя служебный долг. Подать заявление на оздоровление ребенка необходимо прийти к нам в Комитет социальной защиты населения во второй кабинет и представить следующие документы. Это заявление на имя председателя Комитета социальной защиты, справку с места жительства, а также копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта родителя. Кроме того, если вы ветеран боевых действий или ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, необходимо предоставить копии ваших удостоверений. А родителям из малообеспеченных семей достаточно просто получать ежемесячное пособие на ребенка здесь же в комитете и предоставить справку об этом. Списки формируются у нас до июня месяца, поэтому желательно, конечно же, документы подать своевременно. Для того, чтобы ребенок был оздоровлен через санаторий, необходимо также справку направления от врача, форма 070. Уважаемые родители, просьба большая побеспокоиться заранее, предоставить пакет документов необходимый и своевременно прийти к нам. Сотрудники Комитета соцзащиты ждут родителей ежедневно по будням с 8 утра до 5 вечера. Уточнить детали или получить консультацию можно по телефону 287-40.